Открепительные удостоверения на выборах губернатора и референдумах на территории региона теперь упразднены. Такое решение приняли областные парламентарии. Реализовать свое активное избирательное право можно на любой территории страны, вне зависимости от места регистрации. Для этого надо включиться в список избирателей на том участке, где человек находится. Заявление можно подать только лично при предъявлении паспорта. При этом избиратель исключается из списка по месту своего жительства. Процедура будет работать за 45 суток до дня голосования и заканчиваться за 5 дней до выборов. Это было настойчивое требование оппозиционных парламентских партий отменить открепительное удостоверение с тем, чтобы не допускать возможного использования открепительных удостоверений как способа фальсификации итогов голосования. Соответственно, сейчас, если ранее избиратель должен был прийти в определенные сроки и написать заявление о получении открепительного удостоверения, то сейчас у него будет возможность обратиться в МФЦ, МФЦ.